Макароны или макарон – это десерт из белков, сахара и миндаля. Обычно эти изделия выглядят как маленькие печенки с начинкой. В этом же рецепте вы увидите их в оригинальном прочтении. Смотрите, во-первых, здесь не будет привычной формы, а во-вторых, вместо одного главного ингредиента встанет другой. Теперь я хочу вам рассказать о том, как приготовить кокосовые макароны. Они представляют собой пирамидки с шоколадным дном, очень красивые. А те, кто любит кокос, обязательно оценят насыщенный вкус. 1. Миксером взбейте белки до устойчивой пены. 2. Затем порциями продолжая взбивать, всыпьте к белкам сахар со стружкой. 3. Аккуратно замешайте воздушное тесто. 4. Сделайте из теста пирамидки. Выставите их на противень с пергаментной бумагой. 5. Запекайте изделие всего 9 минут в духовке при 160 градусах. 6. В это же время расплавьте шоколад на водяной бане. 7. Макните макароны в расплавленный шоколад основой. Подавайте их, когда они остынут. Приятного чаепития!